В Ржеве сегодня после реставрации открыли мемориал к бойцам и командирам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад, погибших в сражениях за город. Эти подразделения, сформированные осенью 41-го в Алма-Ате, принимали участие в битве, которая стала одной из самых кровопролитных в истории. Мемориал был возведен по поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на средства и силами жителей Актюбинской области республики. Участники церемонии почтили память погибших, минуты молчания, возложили цветы к гранитной стене